За что задержан сотрудниками полиции? Задержан за мошенничество крупной тяжести. Что конкретно ты сделал? Друг передал сумму мне, которую своровал. Какую сумму? Сумму чего? Сумму в размере 476 тысяч рублей. Где эти денежные средства ваши? Денежные средства он попросил спрятать, они лежат в машине. В чем заключалась вся схема мошеннических действий? В том, чтобы человек пришел на адрес, представился курьером, взял посылку, и в посылке были деньги, и деньги положили на их карту, которую добавили Мирпэй. И перечислили деньги, а остальные 5% от суммы ты должен был забрать себе. Вы знаете тех лиц, с кем вы общаетесь, кому вы Нет, не переводите знаю. денежные средства? Нет, не знаю. Ольга Яковлевна, здравствуйте. Вам путем обмана причинен материальный ущерб. Вот мы изъяли у подозреваемых часть суммы, вот в размере 178 тысяч рублей, и хотели бы вам возместить этот материальный ущерб. Вот, возьмите. Попрошу вас, будьте внимательны. На неизвестные номера не отвечайте. Вот, сотрудники правоохранительных органов никогда не позвонят по телефону и не будут говорить то, что ваши там счета, либо ваши родственники попали в беду. Сотрудник полиции всегда вызывает к себе. У меня большая благодарность нашим следователям, которые вели наше дело, за оперативную работу. То, что они все время были с нами на связи, помогали, поддерживали. И то, что так очень быстро наши деньги уже возвращаются. Спасибо.